Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомеле накануне ночью горел подвал трехэтажного дома. Спасатели эвакуировали двух жильцов. На месте происшествия обнаружено тело женщины. Пожар произошел в подвале дома на улице Красноармейской. Сильное задымление поднялось из цоколя в подъезд. Пожарные эвакуировали двух человек с лестничной клетки. А в подвальном помещении обнаружили труп женщины 1981 года рождения. Пожар ликвидировали, причина его возникновения пока неизвестна. Но по предварительной версии, виной всему могла стать непотушенная сигарета. Проверку проводит Гомельский городской отдел Следственного комитета. А в Рогачеве этим утром горела пилорама. Спасатели вызвали на пожар в половину пятого. Открытым пламенем горели два металлических ангара. Пожарные оперативно локализовали очаг. Работы по проливке и разборке строительных конструкций продолжались еще несколько часов. К счастью, пострадавших нет. На территории производственной базы ночью находился только сторож, а днем в каждом ангаре работает по 15 человек. Огонь уничтожил кровлю, деревообрабатывающее оборудование, имущество. Причину возникновения пожара еще предстоит установить. В Гомельском районе задержали перевозчиков суррогатного алкоголя. Изъято 400 литров этилового спирта без акцизов. Возле деревни Урицкая сотрудники ГАИ остановили для проверки два автомобиля. Подозрение у правоохранителей вызвало нервозность водителей. Все стало ясно после осмотра багажников. В багажном отделении автомобиля Volkswagen под управлением 51-летнего минчанина было обнаружено 10 коробок, в каждой из которых находилось по 4 полимерных емкости объемом по 5 литров этилового спирта, немаркированных и акцизными марками Республики Беларусь. Такое же количество коробок находилось и в автомобиле Citroen под управлением 31-летнего минчанина. Весь спирт объемом 400 литров изъят. Проводится проверка. Мозырские пограничники в пункте пропуска Александровка обнаружили в автомобиле три патрона калибра 12 мм к охотничьему ружью. Водителем и владельцем боеприпасов оказался 49-летний гражданин Украины. Запрещенный к перемещению через госграницу багаж нашли при осмотре машины в подлокотнике между сиденьями. Патроны изъяты для проведения экспертизы. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания.